Был момент, даже пройти невозможно было с детьми. То есть все было завалено. Мусорная площадка в жилом массиве «Большие клыки» растет не по дням, а по часам, говорит местный житель Сергей Власов. Его дом располагается буквально в нескольких шагах от свалки. Хотя еще недавно их разделяли положенные по закону 15 метров. Приезжает «Газель», они могут сразу же... Забрали контейнер, «Газель» подъехал и полностью его могут закидать. По словам людей, им хватило бы и одного контейнера. Вот только свой мусор сюда привозят чуть ли не со всего советского района. И грузовики с ближайших строек, и проезжающие мимо казанцы, и даже рядом расположенные магазины выбрасывают свою испорченную продукцию. Крысы бегают. В этот раз собаки у нас вот здесь уже бездомные пришли. Они же тут питаются, бегают. Лежат на суше штук 7. У кого-то курицу задрали, вот у нас там даже дохлые курицы валяются, задрали безобразие. Крыс несчетное количество. Помимо непрошенных животных, мусорная площадка еще источает жуткое зловоние. Проехать мимо в автомобиле с закрытыми окнами для жителей испытание, а пройти рядом уже просто невозможно. Смотрите, дождей неделю, наверное, не был, до сих пор влажность. Вот это все туда вовнутрь уйдет, вот этот весь мусор, его никто убирать здесь не будет. Дожди пойдут, еще хуже будет. И представляете, еще здесь каша-маша помойная будет. Не просто каша, а целое болото образуется здесь после каждого дождя. По словам жителей, прошлой весной, чтобы заасфальтировать дорогу, эту площадку единственный раз очистили. Отходов под землей скопилось столько, что пришлось вывозить большегрузом. Неоднократно жильцы же везде жалуются. Что хотите, делайте, мы ничего с этим делать не можем, говорят. Мы уже не знаем, куда чего писать. Вот безвыходное положение. И действительно, местные жители уже не раз отправляли жалобы и обращение в администрацию и советского района, и города, и в управляющую компанию. Звонили и экологам. Последние пообещали установить фотоловушки. Но ВОЗ, а точнее переполненные мусорные контейнеры, и поныне там. Валерия Кин, Дмитрий Рыженко, телеканал «Эфир».